История знаменитой шикотанской группы началась более 50 лет назад. Тогда за новыми впечатлениями и вдохновением юные художники отправились на Курилы. Это авантюрное путешествие впоследствии стало ежегодным. Творческие выезды прославили многих приморских художников. Период работы шикотанцев – один из самых ярких в истории живописи Приморья. Куда ни глянешь, везде красиво. Мы даже шутили, что на каждой ветке и елке здесь по пейзажу висит. То есть подошел и прямо, ну, повернулся влево, пишешь, повернулся вправо, пишешь. Настолько богатый красотой, там не нужно было откапывать эту красоту, искать ее, она прямо была как игрушка на елке. В советские 70-е и 80-е жизнь на Курилах была активной. Многие ехали туда на заработки на время рыбной путины, что нередко отражают работы художников шикотанской группы. Мастера выезжали на острова каждый год. Евгений Корж, Владимир Рачев, Юрий Волков, Виталий Семкин, Евгений Фомин и многие другие проводили там по несколько месяцев. Но в 90-е поездки на острова прекратились, а творчество шикотанской группы, казалось, осталось в истории. Явление это было, в общем, общероссийским, потому что про шикотанскую группу знают все. И в шикотанскую группу входили не только приморцы, но и ленинградцы, и москвичи, и из других городов художники. То есть это очень серьезно. И неужели вот оно прошло? И оказалось, что нет. Новая волна творчества шикотанской группы началась в 2000-х. От именитых мастеров эстафету приняли молодые художники. Возрождаются Курилы, и очередной этап их жизни спешат запечатлеть представители современного поколения легендарной группы шикотанцев. Выставка «Другие Курилы» отражает их взгляд и восприятие островов в новой эпохе. И хотели изначально показать другую сторону деятельности художников, которые пребывали на островах в творческих поездках, кроме шикотанцев. В итоге все равно решили, что без шикотанцев в этой выставке не обойтись, включили несколько мастеров, и получилось так, что собрали три поколения художников шикотанской группы, тех, которые работали вместе с ними одновременно, и тех, которые были на островах позже. Увидеть Курилы глазами трех поколений художников шикотанской группы можно в бордовом зале Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте. Выставка «Другие Курилы» продлится до 11 декабря. Анна Бережная, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.